Итак, вы купили слуховой аппарат заушной формы. Слуховой аппарат – дорогостоящее электронное устройство, которое требует бережного отношения. И для того, чтобы слуховой аппарат мог служить вам долгие годы, необходимо регулярно чистить его, ухаживать за ним во избежание возможных поломок. При надлежащем уходе слуховой аппарат прослужит вам долго, его срок службы будет продлен. Итак, как ухаживать за слуховым аппаратом? Это очень важно. Ежедневно, снимая слуховой аппарат с уха, протрите его либо сухой мягкой тряпочкой или салфеточкой, либо салфеточкой, смоченной специальными растворами, которые могут быть либо в виде спрея, либо в виде вот таких вот салфеточек в тубе, которые легко можно будет достать из этого туба и использовать отдельно каждую салфеточку одноразовую. Слуховой аппарат тщательно протрите со всех сторон специальным раствором. Не используйте никакие другие, ни в коем случае не водой, только специальным раствором или сухой тряпочкой. Протрите вкладыш везде, во всех отверстиях. После этого посмотрите на сеточку микрофона. Если сеточка микрофона засорена, прочистите ее специальной щеточкой. Наклоните слуховой аппарат вниз. Тщательно очистите сеточку от накопившейся грязи. Посмотрите внимательно на ушной вкладыш. Ушной вкладыш должен быть свободен от серы. Если выходное отверстие занято серой, вы аккуратненько очистите его оттуда. Вентиляционное отверстие очищается специальным устройством. Вот таким образом. Вот ежедневный уход закончился. Это недолго, но тем не менее это позволяет сохранить и продлить срок службы вашего слухового аппарата и обезопасит вас от упадения инфекции в ваш слуховой проход. Далее я расскажу вам, как помыть ушной вкладыш, когда он засорен достаточно интенсивно. Эта процедура производится примерно 2 раза в месяц, то есть раз в 2 недели. Для того, чтобы вам помыть ушной вкладыш, отсоедините, пожалуйста, ваш ушной вкладыш от слухового аппарата. Отложите слуховой аппарат в стороночку, его ни в коем случае нельзя промывать. Промываете только ушной вкладыш. Используйте специальный контейнер для промывания ушного вкладыша. Он состоит из 2 контейнеров. Один, как вы видите, такой немножечко дырявый, ситообразным дном. Это для того, чтобы таблеточки или растворы, или порошки, которые вы используете в основном контейнере, не имели прямого контакта с вкладышем и не повредили его лак. После того, как вы открыли контейнеры, достаньте таблеточку из упаковки, положите ее в основной контейнер, а во внутренний контейнер положите ваш ушной вкладыш или 2 ушных вкладыша, если у вас 2 аппарата. Залейте водой до конца емкости и оставьте часа на 2-3. Можете прикрыть крышечкой. Воду не обязательно подогревать, вода может быть обычной комнатной температуры. После того, как время у вас выйдет, достаньте внутреннюю емкость с контейнера, слейте воду, промойте вкладыш под проточной водой, достаньте его, просушите салфеточкой и удалите воду из всех трубок и отверстий вкладыша при помощи специального вакуумного баллона и из вентиляционного отверстия тоже. Теперь можно одевать ушной вкладыш на слуховой аппарат. Он у вас чистый, и не бояться, что какая-то инфекция попадет у вас в слуховой проход.